Всем привет, с вами Олег, и сегодня я покажу, как открыть порт. Просто как открыть порт. Сегодня я покажу, как открыть порт 25565. В принципе, можно любые порты открывать. Ну, давайте приступим. Для начала заходим в панель управления. Brandmauer Windows. Выключение и отключение Brandmauer. Так, подождите. И выключаете его, то есть вот тут ставите крестики, то есть окей. Теперь дополнительные параметры, правила для входящих подключений, создать правила для порта, далее протокол TCP, тут мы пишем порт, например, 25565, хочу майнкрафтный порт открыть, порт, далее разрешить подключение, далее называем, например, его АА, готово. Потом еще создаем одно правило для порта, далее только уже протокол UDP. 25565 опять порт, то есть одинаковые порты пишем, далее АА1, я так ее назову. Вот, готово. Правила для исходного подключения. Тоже создаем правила для порта, далее протокол TCP 25565, далее разрешить подключение, далее так, АА, готово. Создать правила, еще одно правило создаем для порта, далее протокол UDP 25565, далее разрешить подключение. Далее. АА1. Готово. Все, теперь это можно все закрывать. Запускайте любой свой сервер. Вот, запускайте свой любой сервер. Вот, он запустился. Заходим на сайт 2IP.ru. Сейчас я даже зайду туда. 2IP.ru. Проверка порта. Тут вписываем порт 25565. Проверить. Порт открыт. Как вы видите, мы открыли порт. Думаю, всем было понятно, как открывать порты. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Олег. Пока.